Утро в Потеряевке. Приехал Бодазерис. Он не думал приехать. Тут ведь грязь страшная вчера он едва вышел. Коровки подходят. Вот она подошла. Вплотную, что поцарапаться надо. Ой, как удобно. Он железный. Вот наши братья. Это идем на Рыжковский. Вот она как, а бульдозер. Подожди маленько, не ходи. Корова чешется. Пускай, не мешай, пускай она поцарапает морду свою. Вот она как. Какой бульдозер удостоится такой чести, чтобы его корова лбом... Как бы она его не опрокинула, бульдозер-то? Не повредила рогами? Рога-то у нее страшные какие. Вот, это рядом прямо здесь. Он приехал, сейчас отдыхает. Звонит вчера батюшка, там Люба, Бубаля. Приедет, не приедет? Кормить утро, не кормить? Я говорю, нет, уехал он, отдыхать будет. Дождь все залил. Иду, машина стоит, он уже отдыхает здесь. Владимира Ивановича кормить надо. Вчера приезжал их начальник Валерий. Вот он сколько, 4 дня поработал, 64 тысячи пришлось отдать. Это идут на Рыжковский, Володя. О, друзья, все друзья друг к другу. Вот он как, на себе тащит, 1,5 километра. Полтора. Русские. Видите, как? Доброе утро. Это у диакона своя техника. Вот они, быки. Идут. Коровы пятятся от Володи. Видите, какая интересная жизнь в деревне. А в городе еще толкучка. Стоят на остановке много людей. Никто не поздоровается. Все чужие. О, Алабай. Алабай бежит к собачке. Там у него собачка, самочка, сука и кобель, а то мальчик-девочка придумали. А только к людям можно так. Вот они теперь будут бегать. Вот пошли. Она от него не отстает, то есть нравится. Немецкая овчарка. А этот помесь какой-то. Вот она тут описывалась. Видите, как все разнообразие здесь. И все естественно. Вот тут барабаш свой табун выгнал. Не табун, табун это лошадей. Гурт. А овечки отара. Гуси стая. Стадо это свиней. Большое стадо свиней, Евангелие говорит. Вот она тут. На дороге все естественно. Вот как. Но несется друг за другом. Вот они бегают. Топ, назад. Все. Испужалась. Вот так. Давайте. Это молодняк подрастает. Видишь, какие хорошенькие. Доброе утро. Вот они, быки хоть почешутся об трактор. Но. Доброе утро, Ерема и Елена. Это Нина, сестра моей жены Надежды, Нина Васильевна. А вон сзади остался бычок, Ерема, вон бык сзади. О, отставших будут гнать. Ну давай иди. Наши ребята там, вон уже. На трассе. Едва видать. Уходят. Сейчас туда пойдем.
пожалуйста. А там дальше за ними выгоняет овечек. Вот татары овец, соединятся сейчас они. Корова — опасное животное. Скольких овечек забодали насмерть.